Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Мамины любимые огурчики. Сейчас вот достал 7 банок. Одну банку попробовал. Как вата уже. Огурцы уже испортились. За время стояли. Те, которые мы делали раньше, мы их как бы съедали. А эти стояли, где-то лет 5, наверное, стояли, скорее всего. И они уже полностью испортились. Да, их есть уже нельзя. Они мягкие, как вата все равно. То есть берешь, они уже... Не те огурцы. Вот сейчас я их буду сейчас открывать, которые плохие буду утилизировать. Вот я здесь открыл, это набрал. Вот здесь вот две банки показываю. И там еще 5 банок стоит у меня. Сейчас буду открывать. Смотрите, если хорошие огурцы, то я их, крышка у меня есть, опять могу закатать. Это как бы, ну, можно другое этот сделать, сахар еще добавить, чтобы они были хорошие. Вот сейчас посмотрю, если как огурцы будут такие более-менее жесткие, я так переделаю. Которые мягкие, вот здесь видно, что они уже какие-то, уже такие мутные такие, это точно уже как вата. Это уже на выброс. Вот она еще здесь клала укроп здесь. Вот, а огурцы, говорят, укроп не надо делать, как класть, они от укропа хуже портятся. Надо чеснок класть, лавровый лист и дубовый лист. Все, больше ничего не надо класть. Вот, к маринованным огурцам, ну или соленым огурцам. Вот, она сначала огурцы солила, вот, а потом уже соленые огурцы брала и доводила до кипения, закрывала в банке. Вот так вот. Вот она так делала. Иногда соли мало клала. Я всегда говорил: мам, клади больше соли. Она говорит: да, надо класть больше соли. Когда начинает закатывать, я, говорит, знаю, сколько солить. Я говорю: ну, как хочешь, делай, как хочешь. Короче, я даже не стал спорить, думаю, ладно, раз она знает, и все. Вот. А когда открываем, тоже там, тогда еще открыли, мама говорит: ой, неплохие, все, вот мусорник иди выкини. Все, воду слили, пошли в этот пакет целлофаном и мусорник отнесли, выкинули. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Все вот эти банки проверил, вот уже 10 банок огурцов уже, можно сказать, утилизировал, мусорник выкинул. Вот, еще сегодня одно, две тоже открыл, тоже плохие. И сейчас еще 5. Вот, итого будет 7 банок. Все, я там посмотрел, то будет стоять, говорю, годами. И неизвестно, что там. Вот, спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.